Люди с давних времен стремились познать любовь, стремились найти, поймать, удержать, объяснить. Время шло, но сущность любви так и остается для нас какой-то загадкой или тайной. И это великое чудо, когда встречаются два человека. И только они чувствуют то самое необъяснимое, которое понятно только им двум. Что вы сегодня решились одновременно и прекрасно, и опасно, ведь вы отдаете друг другу самое драгоценное — себя. На это идут только те люди, у которых доброе сердце, искренние мысли, чистая душа и те, кто научились по-настоящему любить. Каждый человек на этой земле ищет свою половинку. Вы счастливые люди, вы сумели ее найти. И самое главное, то обретенное, что у вас есть, сохранить на всю вашу жизнь. И главное помнить, что в счастье другого человека хранится ваше собственное счастье. И именно сейчас в присутствии родных и близких вам людей. Алексей, обещаете стать ли вы для Анастасии не только любимым мужем, но и другом, защитником, советчиком, мужем, который будет делить с ней все радости и трудности? Обещаете ли вы заботиться о Насте, о ваших будущих любимых детях? Согласны ли вы, Алексей, взять Анастасию в законные жены? Да, согласен. Анастасия, в этот радостный и торжественный день в присутствии родных и близких вам людей обещаете ли вы стать для Алексея не только женой, но и его лучшим другом, спутницей, женщиной его жизни, которая будет делить с ним все радости и трудности? Согласны ли вы, Анастасия, стать законной женой Алексея? Конечно, да. В этот торжественный день перед всеми присутствующими от сегодня и навсегда объявляю вас мужем и женой.